Всем привет, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Рагузу в Европу 4. Ну что ж, продолжается у нас война против Венеции. Как вы помните, у Венеции шла война против Албании, но они замирились. И представьте себе, Албания отхватила себе здесь кусочек территории. Вообще молодцы, албанцы. Я ими горжусь. Но это значит то, что... Венгрия теперь не воюет против венецианцев. И, в общем, будет тяжело. Призвать мы их не можем, потому что слишком давно началась уже эта война. Но зато у нас идет осада венецианской столицы. Возможно, но не факт, что австриец после того, как возьмет эту столицу, додумается сюда наконец-то прийти, хоть что-то нам помочь с боями, потому что где-то здесь ошивается венецианская армия. Я понятия не имею, где она. Флот мой здесь тут стоит в блокаде. Столица моя осаждена. Трачить вот эти очки приходится тратить. Так, эти все еще не хотят, но уже близко к миру. Не знаю, где неапольская армия. Тут хорошо. Ой, кстати, пролом. Я хотел штурмануть 300 человек. Надо рискнуть. Давай, тащи. Давай, это столица. Нужно отбить ее по-любому. Молодцы. Так, здесь у нас равнина. Давайте встанем сюда на осаду. Причем, лол, это штурмовали... А, не. Кстати, а кто штурмовал? А почему у меня и у австрийца полные... полное количество пехоты? Если был штурм, и мы там потеряли. Странно. Странный какой-то штурм, конечно. Но ничего. Стоим на осаде. Стоим. Можно, конечно, выйти, проиграть бой венецианскому флоту. Там всего 4 галеры есть. У меня сколько? Мне 6. Не, у меня тоже 4. Может, не убьют, отступить Дубровник, потом выйти тут стать на блокаду. Хотя не, я не заблокирую, потому что тут еще есть порты Неаполя. Так, османы воюют против вот этих вот. И против Каракуюнлу, кстати. А что это они так накинулись? Нет, стоп. Против кого? А, это, господи, это Византия воюет против Каракаюнлу, потому что у нее союз был с Трапезундом. Это что такое? Польша? Серьезно? Польша против Крыма? Такое нечасто увидишь. Да, поляки пошли по литовскому казусбелли, по литовскому вот этой претензии. Обычно поляки... не идут по литовским вот этим казусам беллисам. Обычно они там на тевтонов идут и так дальше. На тевтонов всегда, 99% случаев они идут на тевтонов. Тут что-то вот так. Так, взяли, молодцы. 21%. Осталось Далмацию взять, чтобы был военный счет нормальный. Правда, опасно. Я не знаю, что с этой Францией. Они тут, видите, воюют против Англии, но когда они закончат, они могут вступиться за Венецию. Союз Венгрии. Это, конечно, хорошо. Это значит, что они не будут союзиться с... Венецией, потому что Венгрия считает Венецию своим соперником. Но они могут, сказать,
Так, прекращай войну. Все дела. Ну, может, и не скажут. Хрен его знает. Так, стаба республиканская. Ну, начинается. Начинается. Минус десятка. Не хочу терять республиканской традиции. Сколько стоит? 116. Ладно, тут восстания все равно пока что не будет. Опа. Идет. Надеюсь, станет на Дубровник. Ага, хрен там. Австрия. Ну иди, ну помоги, ну блин, ну сколько можно? Австрия, помоги. Какой у них воентех? Третий пока что. Ой, тут я еще скоро не возьму. Военные очки тоже, блин, не потребуешь. Потому что нету сословий. Не знаю, сейчас посмотрим, что из этого. Ну да, у меня тут боевой дух был. Подупавший. Ну, правда, генерал у меня хороший. У него тут еще 2000 идет. Блин, ну австриец, долбанный австриец. Ну какого хрена? В прошлой серии он нифига не воевал. Тут тоже. Он тупо стоит на осадах и все. Че за фигня? Ну типа идет сюда, но... Ну толку, что он идет, если я проиграл уже. Надо отступать, пока не все потерял. Кавалерия, ну какого хрена всегда теряю так много кавалерии? За какую страну бы не играл, всегда теряю кавалерию. Всегда. Он прицепил ко мне вот этих 2000 несчастных, и все. Так, ну он высадится, конечно, но у нас проход есть. Надеюсь, хотя бы сюда. Австрийцы смогут тут что-то сделать. Молодцы, хоть что-то. Ну, хоть сюда пошли. Уже хорошо. Так. Ждем скидку. Ну, хотя бы стали на осаду. Уже хорошо. Уже нам не придется тратить своих рекрутов. Можно пойти просто-напросто полутать. Не можно, а нужно. Денежки идут вниз и вниз. Все время вниз. Можно отключить здесь крепость. Потому что я ее финансирую. Так, ну что ты там? Хочешь мир? Есть. Ниджат он не даст. Да и хрен с ним. Просто выбиваем их отсюда. Вот так. Османы, хорошо, проходите, пожалуйста. Без проблем. Османам не отказывают. Как говорят поляки, прошу бардзо. Проходите сколько хотите. Куда хотите. Так, ну тут по идее все. Ну тут есть, конечно, провинция, и походу австриец туда идет на нее. Да, конечно, знатно лоханулась. Это. Как ее? Венеция. Ну вот опять они пропустили вражескую армию на осаду. Ну то, что они тут дали осадить свою столицу. Пошли в плюс. Отлично. Потому что идет даже пополнение кавалерии. Так, есть 5%, ну значит можно брать. Фух. Ну, война, можно сказать,
Мы в ней победили. Единственное то, что Франция. Взять бы, конечно, Далмацию. А если я отправлю туда своего генерала? Так что почти все вывезли. О, стало немножко веселее. Осада идти. Венецианцы где-то собирают армию на нейтральной территории. Кстати говоря. Так, прыгают почему-то на свой флот. Они тут уже ничего не смогут сделать. Я даже включу содержание на всякий случай. Можно сюда пойти немножко повоевать. У австрийцев есть там хоть какой-то... Да, есть генерал. Какой? Всему-то не написано. Написано, что осторожный. А какой? А, не-не-не, нету у него генерала. Осторожный — это, наверное, поведение, модель поведения. Московия Новгороду. Только сейчас? Ого. С кем в Новгорода союз? Ни с кем. Господи, это уже можно было с поляками заключить союз или с литовцами. А, у литовцев уже уния. Ну, можно было заключить с кем-то или, может, даже с датчанами. Ну, хрен его знает. Ну, с поляками нужно было заключать. Так, и куда они высаживаются? На Венецию идут. Хорошо, сейчас встретим. Мы проходить можем, потому что две... Провочки заняты. Без проблем. Ну, как говорится, welcome к нашему столу. Военный счет нужно полностью набить, чтобы деньжат взять и все, короче, взять. Все, что можно. Так, где тут еще можно полутать? Здесь можно. Венецию надо опустить по полной программе. Феррара, с кем у тебя союз? О, кстати, нужно на Феррару сразу создавать. Что-то, блин, я... Шпионскую сеть... Вот, что-то отвык создавать шпионские сети. Почему-то. Я Австрии, наверное, дам вот эту Брещию. Ну, потом мы перезахватим ее. Так, админка. Ну, админка пусть побудет. Админка нам пригодится. Я пока что не буду брать эту технологию. Так, 7. 21. Сколько тут? 1700. Ох, мне бы генерала сюда. Нельзя. Чтобы убить вот эту тварь. Ну, может, сколько у него... Блин, двоечка. Нанимать не хочу. Реально не хочу. Так, уплыл. Куда он идет? Стой. Вот Ранту. Хорошо. Сейчас мы тут еще разбьем. Куда он? Ну, короче, он уплыл пока что. Можно, конечно, поставить ему модель поведения, чтобы он убегал, где-то тут строится. Стандарт, самоуверенный. Вот тут нужно миссия просто ставить. Блокада флотов. Флотов или портов? Блокада вражеских флотов. Портов должно быть. И куда он пойдет? Вот, он свалит. Ясно. Нужно, короче,
смотреть просто-напросто, когда он вот будет здесь сваливать. Так, ушел. Давайте станем. Он нас атаковать не будет, я думаю. Так, папка, с кем ты там? А, блин, с Австрией. Еще чуть-чуть. Стоять. Ну, возьмешь. Спасибо. Пожалуйста. Возьми. Есть. Свалю. Есть. Все, 66% сейчас будет набираться. Или не будет? Нет, не будет. Не будет. Или не будет. Хрен его знает. Должна такая стрелочка быть нарисованной. Так. Давай брещу еще берем. Оп, стоять. Это что такое? Угу. Венеция, Рагуза. Не-не-не-не-не. Чувак. Цепляйся к этой армии пока что. Мог бы пойти и разбить. Все, хватит. Не, растет. Просто стрелочка была не нарисована. Мне 24 можно увеличить. Так, ну француз, видите, он ничего не делает. Он хотя и взял в английские территории. Ничего он не делает. Навара, кстати, чей вассал? Кастильский. Иногда бывает кастильский, иногда французский. По-разному бывает. Так, ну что? Хоба! Сороковка, да? Пойдет на Венецию. А если в Верону взять, то тут нет, то это дичь. Это реальная дичь. Ну, Феррара, не знаю, что будет с этой Феррарой. Надеюсь, ее никто не сожрет. Надеюсь, я смогу сразу объявить ей войну и сюда высадиться. На материк, так сказать. Тут уже самому придется, наверное, тащить. Ну, хотя, возможно, Венгрия. Ну, это вряд ли. Это сильно вряд ли. Можно попробовать еще Корфу, конечно. Ага. Понятно. Османы типа убрали уже, наверное. Да, убрали. Или не убрали. Не, еще есть гарантия, но не уберут. Может, Корфу еще захватить? Нужно было бы попробовать. Так, ну что, тут еще не все залутали. Хорошо, пока что лутаем. Ну, потом отдам это Австрии. Истрия хорватская, сам бы ее хотел. Так, нет, не хочешь пойти сюда стать на вот эту осаду? Нужно, конечно, попробовать атакнуть. Но я не хочу. Тут война выиграна, я не хочу тратить. Ага, ну раз так, то давайте. Manpower не хочется тратить. Напрасно. Так, военка еще нельзя. Давайте, хочу посмотреть Корфу. Сколько пойдет агрессивки. Это может не брать, подождать, ну, чтобы на Феррару было. Тут тоже, видите, 14-ка. Тут все, короче, провинции. Блин, еще и Арагон. Господи, папа, ну ты, блин, дурак. Почему и тут Австрия? Да хрень, да что с вами не так? Почему все с Австрией?
в союзе. И ну я совой, им тут попроще. Так, ну это вам уже не получится сделать. Так, возрождение, ну и где? Давайте в Венеции. Верона. Тоже неплохо. Да, можно было бы, конечно, Верону взять. Ну, тут, видите, тут вот этот торговый центр, он просто рулит. Сюда. Ну, в общем, мой план принести сюда столицу. Вступить в империю. И быть крутым чуваком. Вот такой вот супер план. Садная защита. Садное умение пусть будет. На всякий случай. Все, взяли Корфу. Мне просто интересно посмотреть. Ну, Гену я может вступить. Но тут реально, тут на всех пойдет. Это слишком много получается. Тут это прово. Это и так до хрена. Так, австрийцам надо что-то будет отдать по-любому, иначе обидятся. Мало? На 5 доверия. А-а-а. Ну, конечно, на 5 это... не сильно, как бы... страшно. А если вассал? Вассал, конечно, меньше тут идет, но все равно идет. Репы. Хорватию, кстати, можно замутить. Стоит ли? Я не знаю. Я реально не знаю. Просто ее может захватить Венгрия. Это будет еще хуже. Это будет намного хуже. Так. Право прохода пусть и будет. С Аргоном союза уже нету. Если так... можно было бы и так попробовать, но реально хочу сюда, на этот материк зайти. Придется Фриоли еще не хватает. А, ну на единицу это нормально. Блин, ни хрена себе Австрии. Ты даешь. По одной монетке? Че за прикол? Че за прикол? 13 монеток. Ай, да. Ну, так, наверное. Ну, что больше возьмешь? Репы нужны, потому что у Венеции все равно будет хорошая прибыль. Даже так. Там всякие аквилеи здесь где-то. Не, аквилея. Стоп, аквилея. Это вроде бы... а, это здесь. О, смотрите, тогда Австрия нормально относится. Ну, лучше вот так. Зачем Австрию слишком сильно перевозбуждать? Ну, лучше уж так. Правда, 42 нужно заплатить. Не, ну это, конечно, смешно то, что вот так им больше нравится... а так на десятку. Почему так? Что за бред? Ну пусть будет Аквилея. Может я ее завассалю? Мирно типа. Можно попробовать. Давайте пусть будет так, хрен с ним. В общем, австрийцы забирают тут, мы забираем Венецию, также освобождаем Аквилею и возьмем 13 целых монеток, а также возьмем репарации.
Отлично. Тебя вот так, значит, стоит, да? Хорошо, я поставлю вот так. О, отлично. Итак, отлично. Все. Еще тут тоже можно поставить. Феррарка, тебя нету друзей. А, надо быстро это сделать. Быстро ворваться сюда, получить плацдарм. Чего же я раньше не делал? Ай, стой, 53, 45. Так, пусть будет. Все. Ну, сейчас нужно как-то... Даже не знаю. Феррар, у нее флота, наверное, что, скорее всего, что нету. Так, получить прибыль. Давай из Алеппо, иди сюда. Торговые корабли на миссию защита. Ну, фиг его знает. Венеции. Ну, пусть будет, но тут показано, что у меня сейчас большой, но это не так. Доход. Так, Аквилея. Не хочет. Не хочет. Но можно бы было союз заключить. Она сама по себе никуда не полезет воевать. На Австрию она не полезет, на Венецию тоже не полезет. Но правда Венеция может на нее полезть, и мне придется защищаться. Только одному, потому что вряд ли у Аквилеи будет какой-то союз. Квилея. Сколько перемирия там? 67-й год. Ну, хрен его знает. Реально хрен его знает. Так, тут придется... Потом, когда перенесу сюда столицу, автономия должна упасть. Войска. Ну, наверное, что сюда поставлю. Ну, а куда их еще ставить? Дубровник нет смысла. Пожалуйста, вступила в торговую лигу Геную. Почему не в мою? Заключать союз или не заключать? Зальцбург Лука. Но она никуда не попрет. На нее, правда, может пойти папа. Может. Запросто. Я не знаю. Я реально не знаю. Причем папа может позвать Австрию. Легко. Ладно, я не буду этого делать. Ну, против папы нам... Тут разве что... Тянуть Австрию в войну какую-то. Держать ее в войне. Затем объявлять папе. Австрия не согласится заступиться за нее. Замириваться в той войне, например, против Венеции, и тогда, возможно, еще позвать Австрию на эту войну. И то, я не знаю, получится ли так, или не получится. Австрия, Арагон. Так, и что теперь, сколько мы тут... Ну, две монетки зарабатываем почти. Да, это я знаю, что это тупо, вот так... Но нужно подождать, перенести столицу, и все будет нормально. Так, есть на Феррару. Стой, фабриковать Феррару. Если что, попробуем сделать их вассалом. Слишком будет. Феррару можно взять? Нельзя. Не, можно. Хорошо. Так, и сколько тут идет, висит агрессивки? 35. Блин. Тут нужен мужик. Спасибо за двух одинаковых. Спасибо. Молодцы. Найди репутацию, нам не поможет. Нам нужен дипломат. Дипломата нету.
Так, Феррари один кораблик. Наверное. Сколько войск? Войск нету. Ну надо пока. Ага, хрен там. Нужно сначала в империю вступить. Но чтобы вступить в империю, нужно сначала закорить эту пробку. Твою же мать. Ладно, ждем. И ну и на Крым пошла. Польская Запорожье. Че, Новгород так и сражается в одиночку. Ох уж этот Новгород, ох уж этот Новгород. Ну что, начало положено. Кривое, но начало. Блин. Опа! Военный союз Арагон. Но эти твари не хотят. А чё у них? Хм, они... Папа сам с Австрии расторг. А почему? Провансовое. Ага. Не, стоп. Да, вот союз с собой есть. С Генуей, с Флоренцией. О, это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Блин, а Феррара наклепает сейчас войск. Эх, так, ладно, здесь нужно отозвать. Ну, тут, конечно, если держать большие, ну, хорошо улучшенные отношения, то ничего страшного не произойдет, если я Феррару еще хапну. Я не особо хочу формировать эту торговую лигу, потому что... Придется защищать их, нужно будет лезть в эти войны постоянно. Не хочу, реально не хочу. Так, еще один дипломат. Ну, возможно, в Польшу. Один союз. Давай попробуем в Польшу. Кого он считает? Он, кстати, турков считает соперником. Плохой шанс. Это даже будет лучше союзник, чем Венгрия. Ну, Венгрия, надеюсь, упадет к Австрии. Так будет лучше. Опа! Ха-ха! Кастилия взяла. Часто теперь вот это начало происходить, то, что именно Кастилия берет, а не Австрия. Ну, для нас, конечно, лучше было бы Австрия. Лучше, чтобы Австрия была сильнее. Так, Франция, Австрию. Плохо. Так, что там 94, нормально. Пусть будет так. Теху не беру. Теху пока что не беру. Эту возьму. Сразу. Пока штрафа нету большого. Так, ну что, и как оно там развивается? Хорошо развивается. Наверное, быстрее, чем тут. Да, намного быстрее. Деньжата пошли в плюс, кстати. Так можно сделать. Вообще, вот так. Когда оно там закончится... В 55-м году. Ну, в общем. О, Флоренция. Это, конечно, хорошо. Конечно, можно будет повоевать против Флоренции в обход. Так, Австрия сколько? Бляха, ну, тут по единичке. Оно пока накапает, пока... Это будет очень долго. Видите, можно было бы Австрию призвать к войне против Феррары. Может, с папкой?
союзик забацать. Временный. Они почти согласны. Пригласить их на эту войну. Они пока будут заняты здесь, в Флоренции. Я тут смогу высадиться. Дострою себе еще корабликов. Транспортных еще штучки две. Ой-ой-ой-ой, нельзя. Так, только. Ну, сейчас Венеция. Тут главный стратег... Блин, он умер, серьезно? Да твою же мать, только выбрал. Он сразу умер. Тут еще улучшение отношений было. А-а-а. Шайтан. Ну и что взять? Что же взять? Ну, админки просто сейчас... Тут еще вложу в то, чтобы сделать эту провинцию владением. Потом еще, чтобы в столице ее сделать. Наверное, на админку возьму. Правда, гильдия тут улучшится. Мне нужны торговцы. Или мне вообще не нужны. Ладно, хрен с ним. Берем этого. Блин. Десятку республиканских традиций потерял просто. О, у него тоже плюс 20% улучшения традиций. Класс. Ты главный союз не заключай, все будет у нас замечательно. Все у нас будет замечательно. Так, Милан. Ему не нравится. Вот тут то, что происходит. Еще бы как-то против Боснии. Тут у них тоже есть... Хорватская культура и католичество есть. Тоже было бы неплохо хапнуть. Но тут нужно ждать, чтобы агрессивка спала. Ого. Сербы потеряли тут. Византия жива? А-а-а. Османы полностью ее не съели. Ну ладно, пока что ждем. Мантуи с кем союз? Вену и Савоя. Единость торговли. Единость торговли, судя по очков. Так, и что там в Англии? Кто там победил? Ланкастеры победили. Но мне от этого не тепло и не холодно. Как-то пофиг. Ну и что? Ничего. Хотел бы ты стать моим вассалом. Это было бы замечательно. Безунт еще жив даже. Вассал Кару Куюнлу. Так, что там с Таба? Рагуза, Босния. Да плевать на Боснию. Так, стоять. Сколько там еще? Апрель. Дальше отправим нашего дипломата.
Так, секунду. Ладно, ребята, будем, наверное, что на этом завершать серию. Встретимся уже в следующей, где будем разбираться со всеми вот этими венецианскими делами. Точнее, не венецианскими, а млецианскими. Потому что теперь эта провинция называется Млеци. Вот. Так что благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока. Всем всего хорошего. До новых встреч.